И побольше газу. Планировали поснимать сколько? 20 минут. 20 минут. Да. Прошло сколько? 4 часа? 7:30 сейчас. 4. Ну, полчаса мы собрались. 4 часа. Это секта. Это секта. Прилипло. Админ встрял. Думали, я просто покажу. Ладно, до завтра. Когда у тебя самолет? В воскресенье? Мы придем. Нормально идет. Давай. Тихо. Сейчас еще в лужу осталось, чтобы туда упасть. Добро пожаловать в наш мир. Ребята, привет, с вами Михаил Магуайр, и это у нас Квадро Азбука. Почему эта рубрика появилась у меня на канале? Потому что все больше вопросов поступает именно того, что такое квадрик, с чем его едят. Сегодня мы находимся в квадропрокате Рэнди. Это одно из мест, где рождаются квадроциклисты. Посему мы открываем рубрику для того, чтобы объяснить всем новичкам, для того, что такое квадроцикл, как на него получить права, где обучаться на него, где нужно прокатиться и так далее. Соответственно, у вас будет куча вопросов, может быть, они уже есть, поэтому пишите в комментариях вопросы касаемо поводу всего квадротемы, и мы будем каждый вопрос разбирать по темам, какой квадрик купить, какой бюджет, какие бывают виды квадриков, стоимости, обслуживания, запчасти, покатухи, с кем кататься, клубы, все остальное. В общем, все очень много вопросов, которые мы будем отвечать. Ну, наверное, у всех возникает вот что такое квадроцикл. Во-первых, это понимаете, что это транспортное средство, которое позволяет вам преодолевать не только бездорожье, но и выполнять какие-то обычные хозяйственные функции. Разберем по поводу их видов. В моем понимании существует три вида квадриков. Это детские, соответственно, понятно, да. То есть есть формат утилитарных квадроциклов и спортивных квадроциклов. Я бы добавил вот еще категорию малокубатурные, наверное, но это все, что там до 400-500 кубиков, наверное. Ну, все задают вопрос, какой квадрик купить. Ребят, всегда есть такие цели, назначения, эксплуатация и так далее. То есть, соответственно, для кого квадрик один вы будете кататься? С семьей, с друзьями, там, грубо говоря, с ребенком? То есть, здесь все зависит от, во-первых, вашего кошелька. Если мы берем утилитарный квадроцикл, начиная где-то от 600-700 тысяч, начинаются более-менее адекватные модели, да, которые можно рассматривать. Квадрик для начинающих, да, то есть опять же вопрос бюджета. То есть если вы не хотите больших бюджетов тратить квадрик, то есть начинается где-нибудь от 300 тысяч. То есть это обычный малокубатурный квадрик для покатух с ребенком, с семьей, вокруг дачи и так далее. Почему я этот формат тоже рассматриваю? Потому что кому-то не нужно, никому-то не нужны далекие путь. То есть вот выехать там, допустим, 10-20 километров, прокатились там по лесочку, собрали грибочков, там цветочков. Люди, которые любят все-таки путешествия, не диваны, да, то есть это вторая категория людей. То есть, конечно, здесь уже квадроцикл должен быть более мощный. Соответственно, это полноприводный в любом случае. То есть это кубатура, наверное, все-таки от 500 кубиков, двухместные и, соответственно, с багажными решетками. Здесь вариантов очень много уже становится, но бюджет у нас от этого растет, конечно же, дальше. Бюджет у нас будет уже от 700. То есть в идеале есть одноцилиндровые квадрики, такие как Segway, допустим, хороший вариант для первого квадрика. Тот же самый Lansin 700, Yamaha. Гепард 650, хороший тоже вариант, хороший грязимест. Вот есть одноместные квадрики, такие как Yamaha Grizzly. Вот, это квадрики все-таки, наверное, как я называю, эгоистов, где вот комфортно ездить одному. Допустим, как Suzuki King Quad, Honda есть тоже одноместные, вот. Но это другая тематика. То есть, если все-таки хотите кататься вдвоем с кем-то, то, конечно, лучше брать нормальный, большой, утилитарный квадрик.